и вы уже меня видели. Я сейчас вот сделала масочку, почистила зубы, хотя уже, ну, давно не утро, мы уже и позавтракали, и поделали дела, я немножко поупиралась. А сейчас буду, наверное, готовить обед. Ну, как обед. Это скорее будет, ну, просто кашу сварю, потому что вчера борщ я сварила. То на первое у нас как бы есть, что кушать. А у нас, кстати, такие вот прикольные эти баночки есть. Мы купили их на, в общем, супермаркете. Они что-то тогда, ну, очень дешево стоили. Мы очень выгодно их купили. Сейчас они дороже намного. Мы тогда, в общем, купили чуть ли не, в общем, две со ценой одной. Ну, полная цена. На них была скидка очень классная. И сейчас я просто гречку сварю, потому что вчера мы сделали салатик, сделали, ну как салатик, морковку по-корейски сделали. А сейчас нужно заделать гречку. По-моему, просто сварю без ничего. Я так ем. И заодно нужно гречку купить, потому что уже закончилось, уже нет. Уже нет. Если досмотрели до конца, то вы слышали разговор с девушкой по телефоне, что, ну, это сервис Баду. Ну, если досмотрели. Ну, если не досмотрели, то, в принципе, можете загуглить. В общем, нашим друзьям, с которыми мы ходили на свадьбу в сентябре, им подарили, в общем, сертификат, и они нам рассказывали о нем после свадьбы, что им вот подарили сертификат, по которому можно, в общем, поехать и получить впечатление. Ну, и там, в зависимости от суммы, которая у тебя на этом, на карточке, в общем, этой, можно доплатить или просто использовать те деньги, которые там есть. Вот, и на сайте можно выбрать, ну, там очень большой, как бы, список того, что можно получить, вплоть от каких-то, ну, этой лепнины, глечиков, кружек, до, в общем, на парашюте прыгать, аэро-йога, как это, там, романтический уикенд за городом. Ну, в общем, там разные, очень-очень разные. И, в общем, нам на свадьбу эти друзья тоже дали такой же сертификат. Ну, и мы решили, что, ну, блин, раз у них есть, а там есть ограничение по времени, до какого числа нужно использовать этот сертификат, точнее активировать, ну и, соответственно, использовать. Потому что там как-то, когда активируешь, то, в общем, ну, ой, на протяжении недели нужно его и использовать. Ну и мы очень долго выбирали, потому что там, ну, достаточно дорого, там есть разные города, кстати, где можно использовать этот сертификат. Мне кажется, Киев, Львов, Харьков, наверное, Одесса. Ну, это насчет Харькова и Одессы я не уверена, но мне кажется, что да. Киев, Львов точно. Потому что мы смотрели, но во Львове как-то, ну, совсем, ну, нам проще было бы во Львов поехать, потому что, ну, проще. Сел на поезд и поехал, ну, близко и, ну, реально близко ехать. А в Киев нам немножко дальше. И как-то так. Ну, в общем, мы все же выбрали поехать в Киев и выбрали, в общем, квест, хоррор-квест. Мы, как, мы долго, ну, как, не спорили, но как, и не ссорились, но как бы, я не очень хотела, потому что я знаю, что я могу начать нервничать. Ну, не из-за страха, конечно, а, ну, просто начать нервничать, хариться. Я не люблю, когда меня кто-то дергает внезапно. Ну, мне это не нравится. Ну, наверное, как и многим людям. Вот. Ну, а потом вчера, в общем, мы выбирали между двумя квестами. И первый был экшен, а второй был вот этот хоррор.
И я уже, в общем, решила монетку бросить. Ну и в итоге я бросала монетку 3 раза в надежде, что все же будет экшен. Ну и этот хоррор, он на самом деле самый длинный по времени провождения, потому что все остальные квесты, они по часу, а этот 2 часа идет. Ну, точнее, можно его пройти и за меньше, но как бы максимальное время дольше, чем у всех остальных. Ну и, в общем, я бросала эту монетку, и 2 из 3 выпало все-таки это экшен-хоррор, в общем, этот квест. Муж хотел, конечно же, хоррор, потому что хотел посмотреть, как я буду бежать. Вот. И почему еще я начала сомневаться насчет того, чтобы идти на экшен? Потому что когда мы посмотрели, какое время, которое есть свободное на выходные, то в экшен было больше свободного места, чем в хоррорах. Ну и плюс комментарии, ну вообще комментарии во всех квестах очень хорошие, но в общем в экшен было много свободного времени, ну реально мы могли любое чуть ли не время подходящее нам выбрать, а в хорроре, в экшене так было, а в хорроре было не так, а в хорроре было только... В общем, в 2 ночи можно было пойти. Но нам это время, понятно, не подходит. Потому что мы не из Киева. И второе, то... В общем, только в субботу было все занято. А в воскресенье было на 4, на 6, на 8 и на 10. Ну, то есть после обеда, ну, а мы хотели на выходные только поехать. То есть, ну, формально нам нужно было только только тогда и выбирать. Ну, и я начала, как бы, ну, не сомневаться. Ну, я задумалась, что, наверное, хоррор тоже прикольный, потому что, ну, время больше забитого, чем... время больше занято, чем в других. И из-за этого я начала сомневаться. И поэтому как-то получилось, потому что не только что я могла настоять на том, что я хочу на экшен, не хочу на хоррор, точнее. И, ну, скорее всего, мы бы так и пошли. Ну, блин, ну не пошли бы они уже без меня, потому что там девочка тоже не хотела идти на хоррор. И, в общем, как-то так. Так что, такие вот пироги. Блин, мне нужно сходить в налоговую, поменять свой код. А я никак не могу сходить. Все, у меня времени нету. У меня просто еще прописки нету здесь в городе, но я вроде как читала, что вроде как бы, ну, не за местом в прописке. Так что нужно, наверное, завтра все же пойду. Вот как. А, и стоимость, кстати, этого хоррора, это квеста, 1200 гривен на 4 человек. То есть это по 400 гривен с человеком. Но так как у нас были эти сертификаты, то нам там обошлось по 100 гривен на человека. То есть нам нужно было еще 400 гривен доплатить. Так что, в принципе, достаточно нормально, но за 400 гривен, за 1200, ну, наверное, много. Ну... Мне так кажется, ну я не знаю. Вот, как-то так. Так что планирую тоже все снимать. Ну, квест, наверное, ну там нельзя снимать. Но я сразу предупредила мужа, что я могу схариться, я могу быть нервной. И, ну, чтобы он не жалел потом. Ладно, иду я смывать масочку. Кстати, прикольная достаточно масочка. Я ее купила, в общем, на Черную пятницу, типа, что у нас есть. В Ирен Бакур. Это, дается, Швеция, Украина косметика. И я давно хотела попробовать. Она натуральная. Наверное, достаточно натуральная. Но она достаточно дорогая. И я когда-то пробовала крем от них.
мне давали, и он мне очень понравился. Ну, для рук, пробничек. Но он достаточно, ну, реально, очень дорого. Ну, мне жалко отдать деньги. Там как-то 500 гривен, 600, 800, ну, в общем, мне жалко. Возможно, кому-то это нормально, но мне жалко. А здесь мы, в общем, пошли, и они такие нас перестрелили, и, в общем, ну, потяните лотерейку, там скидку можно вытянуть, ну, скидку. Ну, и муж, в общем, тянет и вытягивает 60% скидки. Ну и, в общем, эта маска, она так стоила, ну, так она нам обошлась в 140 гривен, ну, а так еще плюс 60%, она стоила больше 300, в общем, гривен. Ну и как-то, ну, заманила, и я просто, ну, давно хотела попробовать, и мне на то время, в общем, нужна была эта маска. Ну, как бы, у меня этот переходной период был от нормальной погоды к холодной, и немножко стрессанула кожу тогда. Она с черникой и такая, ну, приятная, в общем, маска, очищающая. И я ее купила. Муж, конечно, ржал. Кажет, они, блин... А, и соль в том, что по карточке у тебя всегда есть снижка 50%. Скидка всегда есть 50%. Ну, а у нас 60%. Ну, и плюс я получила, в общем, эту карточку. Ну, возможно, как, ну, как по карточке за 300 гривен там как-то выходят те крема. Еще нормально, или 400, в общем, я уже не помню, то еще нормально покупать, но за 600, 700, 800 гривен, ну, мне пока что еще, ну, это дороговато. Вот, как-то так. Так что сейчас пойду смывать немножко. Я когда не забываю, то делаю маску, но сегодня что-то захотелось. Ладно, тогда еще до скорого, еще...